Всем доброго времени суток. С вами я, координатор компании Эйвен Екатерина и информационный портал ВКонтакте Эйвен Стена. Сегодня наше видео будет посвящено ЭПП 10 каталога. Итак, давайте же посмотрим, что у нас на первой страничке. Закупайся и расслабляйся. Жаркий сейл. Новые гели в каталоге 10-2015. Давайте посмотрим. Закажи два аромата Mask Marine со страницы 67 в каталоге 10, получая аромат 1 всего за 1 рубль. Mask Marine – фужерный ароматический. Пробничек за 11 рублей можно приобрести. Здесь тоже достаточно выгодное предложение. Купи сейчас летний букет новых каталогов из каталога 11-2015 новиночки. Любой за 169 рублей. Пробничек каждого из них стоит 7 рублей. Но новиночка X-Series, простите, мне пишут, отвлекают. Новиночка X-Series, цветущий лотос, сочная малина, яркий бергамот. Очень хочется попробовать новиночки, но вот мужские как бы средства я не приобретаю для своей семьи. А вот эти вот ароматы я бы хотела попробовать, потому что их обычная линеечка мне нравится. Далее. Летняя свежесть. Здесь наборчик. Как всегда, лосьон спрей для тела, гель для душа и лосьон крем для тела. Набор за 179 рублей. Любой крем за 49 из серии Avon Care. Нежность алоэ, масло какао. Очень хотела бы попробовать масло какао, потому что этот крем мне очень нравится. 49 рублей, я считаю, отличная цена. Далее, Inyu. Привычки разные, с водой и без воды. Новая коллекция. 165 рублей, 165 и 175 рублей. Я думаю, тоже цены достаточно неплохие. Объем у них большой, у этих тюбиков всех. Так что можно попробовать. Линейка Нью мне вообще нравится, в принципе, любая из них. Далее, все как всегда, средства по уходу со скидкой. Пробные образцы ароматов. Губные помады. Здесь вы можете найти свой оттенок. Обычно на этой страничке у нас здесь акция. Здесь представлены все виды и цвета, оттенки помад. Одна за 16, 5 за 53, 10,95 и 15 за 120. Достаточно выгодное предложение. И на последней страничке набор из трех средств. Тушь любого оттенка, карандаш и средства для снятия макияжа. Коды здесь все указаны, обратите внимание, посмотрите внимательно, всего за 299 рублей. Вот этот карандаш мне очень нравится, поэтому я обязательно себе закажу этот наборчик. На этом ЭПП заканчивается, давайте посмотрим с вами распродажу. Распродажа тоже 10 каталогу, мы опережаем с вами все. Качество, правда, не очень, потому что это скрины, но зато вы будете в курсе всех событий. Итак, здесь у нас двухсторонние карандаши, всего за 79 рублей. И вот такая вот помада Color Trend за 89. Далее, вот, хочу обратить ваше внимание еще раз. 9 распродажа тоже присутствовала подводочка, но тут она аж 2,5 мл за 159 рублей. Девочки, берите, она очень стойкая, хорошая, мне она очень нравится, я вам ее советую. Тушь, ну, в основном декоративная косметика. Тени, кстати, достаточно неплохие оттенки, особенно для зеленоглазых или кто любит зеленые тени. Я вот такие вот люблю. Я себе закажу. Пудра за 199 рублей, блески 145, 89 рублей, вот такие вот нежные блески. В принципе, очень даже неплохо. Здесь подарочные коробочки и пакетики, бальзамы для губ, двухсторонняя вот такая вот помада, наклеечки за 89 рублей, лаки. Они очень даже неплохие, мне нравится эта серия, держатся они достаточно долго. По поводу вот этого средства я говорила уже не один раз. Вот это суфле мне очень нравится, оно очень классное, запах у него просто потрясающий. Вот этот вот набор небольшой Planet Spa масочек за 245 рублей тоже мне понравился. Про вот этот вот спрей с маслом жасмина, аромат наслаждения, я уже говорила не единожды. Я его всем не то что советую, я рекомендую, вы обязаны просто его купить и попробовать. Далее, по поводу вот этого средства я тоже говорила не раз, вы тоже его просто обязаны попробовать, особенно кто хочет себе легкий эффект загара, мне он очень нравится. По поводу шариковых дезодорантов, я их вообще терпеть не могу, я снимала и видеообзоры, и писала, мне они не нравятся, поэтому
Советовать я вам их точно не буду. Бижутерия. Для любительниц бижутерии в этой распродаже очень большой ассортимент. Кольца, подвески. Расчесочку я себе такую приобретала. Она у меня лежит без дела, потому что она достаточно жесткая. Ей только свои длинные волосы можно расчесывать, но у ребенка ей только если сильно-сильно пошкрябать. Шапки, я думаю, домашние тапки не актуальны. Вот, кстати, неплохое предложение. Чехол для ноутбука 399 рублей. Вот такой вот мужской набор для маникюра в интересной коробочке в виде колеса. 319 тоже неплохо. Здесь у нас представлена мужская серия. Вот она. 0,15 у нас до сих пор так и участвует в распродаже. Уже, по-моему, третья распродажа подряд. Вот эти наборчики, мне они очень нравятся. Инью. Вот этот вот очень классный. У меня его брали дамы за 40. Он как раз идет 45+, по-моему. Он очень обалденный. Там получается 5 продуктов в наборе идет. Что у нас здесь еще интересно? Вот это, по-моему, корректор против морщин. У меня его тоже брали. Очень хороший, понравился, действительно работает. Ну и, в принципе, на этом распродажа тоже заканчивается. Я надеюсь, для вас эта небольшая экскурсия в 10-й каталог была интересной. Сегодня вечером я сниму небольшой видеообзор по 10-му каталогу. Я там все расскажу про новиночки, про то, что будет в каталоге, вы сможете уже увидеть. Может быть, что-то для себя отметите, захотите приобрести. Спасибо большое вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте Эйвен Стена. Всего доброго, до встречи в новых видео.